Ну, здесь всплыла фамилия Стаса Шадальского. А почему вы такие друзья, не разлей вода, а сегодня не хотели, чтобы он приходил? Да, я не хотела, чтобы он приходил. Я надеюсь, что он не придет. Потому что он всегда очень недоволен, как я воспитываю детей. А самое интересное, что все, у кого нет детей, все знают, как их воспитывать надо. Вот. И Стасик очень трудится над этим. В чем я не права, в чем я совершаю глупости, ошибки. И, ну, и бывает очень резок. И на этой теме мы с ним расстались. Но сегодня он пришел попросить прощения. Может, хватит меня обсуждать? Без меня, что ты сейчас начинаешь? Что ты начинаешь? Ну, здравствуй, целуй. Целуй. Что это такое? Я его не приглашала. Хватит, с ума сошел, мама! Ты что, с ума сошел? Иди на...